А что у нас там делают цыплятки? А? Цыплятки, вы меня ждете? Ждете или нет? Ждут. Ой, ждут, смотрите, ждут, ждут. И мамка курица ждет. Сейчас домой пойдем. Сейчас я вас буду собирать. Слышите меня? Ну ладно, не шуми, не ругайся. Не ругайся, мамочка, не ругайся, не ругайся. Сейчас я вас увезу, говорю, унесу домой. Ага. Вот они все собрались. Все в клетке сидят, ждут меня. А смотрите, клетка-то им уже маленькая стала. Смотрите, они там сидят. Они там встать не могут. Видите, какие они уже растут большие. Да, девочка моя? Нюрочка. Сейчас пойдем, пойдем. Сейчас я их возьму, и мы с тобой... Ой, пойдем. Как же мне взять-то их, я не знаю только. Сейчас, подожди, моя хорошая. Ну все, еле вытащила их. Сейчас, пойдем. Сейчас мы закроем, чтобы никто не зашел. Вон они, твои детки. Ты их видишь? Да, видишь? Все, вот они. И мы пошли. И мы пошли. Куда пошли? На кухню. Правильно. Что мы там будем делать? Ночевать. А завтра... Да, а завтра мы снова туда пойдем. То ли открой мне дверь, а то я не смогу. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Во. А сегодня мы сделали вот здесь забор. Смотрите, какой красивый поставили. Вон те досточки новые прибили. Да, Нюрка, это для того, чтобы ты не бегала. Нюрка смотрит на меня, как правдишная Нюрка. Нюрочка моя. Вот такой заборчик. И теперь гусики не будут здесь мне топтаться. Вон, травка уже выросла. Вон они остальные. Ой, котик прибежал. Котик, ты, конечно, тут вперед всех. Сейчас, подожди, котик. Мы закроем. О, о, о. Туда-сюда. А вот здесь вот будет лавочка. Вот, они стоят здесь, ждут нас. А я расскажу. Рича, ну ты подожди, сейчас я поговорю. Посидите маленько вот тут, на дорожке. А я расскажу, что мы сделали сегодня. Вот здесь вот будет лавочка стоять около дома. Может, даже и вот здесь будет лавочка стоять. Я не знаю еще. Не знаю. Посмотрим. Котик, ты откуда пришел? Речь. Откуда примчался? Вон сынок бежит. Сынок домой бежит. Да. А там вон кто идет? Яшка, да? А, ну я и говорю, Яшка. Вот. А сегодня было так жарко. Я вон, видите, шторочку вешала. Но я сейчас ее подняла. Было так жарко, просто солнце пекло, невозможно прям было на улице находиться. Все везде накалилось, нагрелось. В общем, было почти 30 градусов. Да, ну тут моя хорошая. Смотрит в разные стороны. Нюрочка, девочка моя. Девочка, сейчас домой пойдем, да, на кухоньку. Смотрит, смотрит на меня. Ну все, пойдем, пойдем. Ладно, не буду тебя мучить больше. Вот они, твои детки. Детки в клетке. Твои детки в клетке. Да, ну сейчас я отключаю.